Всем привет, уважаемые подписчики зрителей канала, с вами Титан и Хаммер. Мы продолжаем играть на проекте LZCraft, сервер LZCraft, в общем, канал Лазуритный Гном. С вами Титан, ну, как я уже сказал, Титан и Хаммер. Меня зовут Женя, Хаммер зовут Дамир, он мой сын. В общем, просто очень часто не знают ребята, но кто первый раз присоединяется и так далее. Слушай, а у нас таблички сбили. Представляешь? Да. Ютуб-канал Титан и Хаммер. Ребята, у нас таблички сбили. Так, непорядок. Пип-пип, сос-сос. У нас сбили таблички. Я сейчас 20 лет буду искать таблички. Вот, фу, есть таблички, все. Я просто... что мы сегодня сделаем, ребята? Мы сегодня сделаем... Сейчас скажу, что мы сегодня сделаем. Квант не горит. Жалко. Так, здесь я пишу. Как я уже забыл, как я писал. Напишу. Я писал. Особая благодарность. У меня не влазит. Особая, вот. Благодарность. Ребята, извините, надо табличку просто восстановить. Настя YouTube каналу. В кавичках. Лазуритный гном. Ага, кавычки лишние. Хорошо. Лазуритный гном. Так вот. И вот так вот. Да. Спасибо за подарки. И так. Ой, Б. Какая Б? Стрелочка. И вот какая длинная стрелочка получилась. Спасибо за подарки. Здесь просто, ребята, кто-то взорвал, и у нас все взорвалось. Я не знаю, если будет часто делать, то придется как-то думать, чтобы не взорвалось. Я не знаю, ребят. А здесь давайте еще табличку сделаем. Спасибо всем админам и модерам. LZCraft.ru. Нормально? Спасибо всем админам и модерам. LZCraft.ru. Не знаю, нормально. У меня по русскому 3 было, поэтому я не знаю. Кстати, ну а что? Я не стесняюсь. Вот Хаммер. Вот и тоже я не стесняюсь. У него почти одни пятерки по всем предметам. Он первый класс закончил с медалью. Понимаете, у меня вот медаль вон на стенке висит. Вот. И вообще он учится молодец, хорошо, Хаммер. Где ты? Я тебе хотел... Вот. Я хотел тебя погладить. Вот. А я тебя ударю, да, если поглажу? Обзи, ну-ка. Ой, извини. Извини, я даже думал погладить тебя. Ну, извини. Не надо тут... Я обычный крестьянин, ты меня в... Хаммер, все, тихо. Ну я же сказал, я хотел погладить, я же не знал, что тебя это... Все, Хаммер, только дай повод, он меня вообще в землю тут закопает, честно. Он мне тот еще пыль пишет. А Меган смеется, думает, что мы балуемся. Да я его погладить хотел. Да, ну собственно... Ой, я думал, два Хаммера. Я спутал, это же мистер Ромик. Такой, думаю, там Хаммер, у меня же раздвоение головы. Нужна зачарован. Так, теперь что мы? Мы сделали зарядку, так временно.
И тот домик я дострою, может быть, на камеру, может быть, за камерой, потому что первичный дизайн, он все-таки будет не очень красивый. Может и красивый, но тем не менее, как будет у меня время... Мне дали на насаблю удача 3, прочность 3, эффективность 5, шелковое касание 1. Тем временем я сейчас хочу построить, я хочу... Шаги у нас были эти, как их называют, забыл. Заборчики, да? Да, слушай, где-то были заборчики у нас. Я хочу флажок построить. Флажок. Так, у нас время еще есть. Ты не помнишь заборчики где-то были? Я помню. Заборчики. Мне буквально надо... Дверь есть. Калитка есть. Слушай, я, по-моему, заборы все изжарил, а? Я заборы пустил на эту... На уголь. Не, ну я сделаю сейчас заборы, в принципе. Я помню, как делаются заборы, ты представляешь? Ну, в общем, ладно. Так. Палочки есть. Так, а дерево, я тебе же все скинул, да? Нет, у тебя было. Нет, доски я имею в виду. Нет. Так. У тебя было вроде 300, сейчас а заодно... ты мне один дал. Слушай, надо... Все, мы займемся, я не знаю, может за камерой опять сортировкой, конечно. Это лучше за камерой, потому что вам сортировка это, ребята, неинтересно. Но это нам нужно сделать. В первую очередь за кадром я сделаю сортировку. Это вот первое, что надо сделать, потому что это трындец какой-то просто. Так, я что-то завис в одном этом. Вы наверное, написали или нет. Это стерлась серая, ребят, поэтому вы не написали. Вот эти очки, напишите, пожалуйста. Вот так вот одеваешь очки и... И ничего. Подожди. Не понял. Одеваешь очки. И ничего. Якорь. У нас вроде как-то охотничье или что было как-то. Подождите. Не, мы одевали очки, там было такая красивая. Может это с текстурпаком это? Нет, надо. Нужен временный блок на 5. Я напишу. Отслеживание, ничего. Якорь, связка, отслеживание. Может отслеживание? Давайте посмотрим. О, да, видите, ребята, отслеживание. О, напишите в комментариях, что это за штука. Просто я тогда спрашивал, и вот та серия, она из-за того, что я текстурпак разный убирал, она сглючнула, и бандикам ее не смог восстановить, и, в общем, она не записалась. И там 20 минут я писал, и она... И я там вас спрашивал, для чего вот эти вот красотища, вот это такое... Слушай, а где-то больше, а где-то меньше, смотри. Вау. Смотри. А вот здесь нету вообще. Потому что там нету ауры. Не, она вот сюда доходит, смотри. Нет, не доходит. Потому что посмотри, смотри, а вот здесь уже по воде идет. Ой, я в воду упал. Ребят, напишите, что... Смотри, она идет куда-то, она идет. Смотри, она к кому-то идет, смотри. Круто. И она куда-то сюда заходит, как Антыч. Сюда и... кому? К Антычу? Смотри, идет. Она за Антычем идет, смотри. Что это такое? Денис, если ты смотришь, напиши, что это вот за очки обходчика пути. А он знает, как будто. Ну, я не знаю. В общем, ребята сейчас напишут. Я уже наговорил, там уже миллион комментариев, наверное. Не, везде смотри, как понемножку. А там у нас, вот где вот у нас... ну ты понял, вот здесь вот. Да смотри. У нас это просто. А чего это? Так, это на Таумкрафт похоже, только здесь Таумкрафта нету. Это прям вот Это прям уау, да. В общем, ребята, напишите, что это такое. Я смотрю. Вверх куда-то ходит, смотри. Смотри. Куда-то
Я так понимаю, это какие-то связи чего-то с чем-то. Это связи с инопланетянами. Это пипец какой-то, смотри, ё-моё. А может это кто предмет принес? От того предмета идет связка до того человека. Не, я, конечно, какую-нибудь фигню сказал, но ладно. Чего? Ну ладно, ну-ка, а давай посмотрим, смотри. Почему не 28, я не понимаю. Смотри, ничего, это понятно, ничего. Якорь я одевал, ничего не видел. Связка. Это отслеживание. Давайте связку посмотрим. Ой, подожди. Связка. Ну-ка. Ничего. Вот только когда делаешь отслеживание, такой эффект... Ой, я уже думал, у меня двое очков появилось. В общем, ребята, интересная штука, напишите. Я уже сто раз сказал. Два уровня туда осталось. Вот надо вот немножко... Так, в общем, мы пробегали, посмотрели, и ничего особенного, то самое. Нет, у нас есть время, просто я... Я хочу сделать немножко этого... Где тут вот доски? Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Ой, хотел немножко, а получилось много. Ё-моё. Ты представляешь? Чё? Ой. Сейчас. Попробовал куда-то дверь. Во, всё. Да я пипец, я заборчик забыл. Так, 4 заборчика. А, это заборчик? Да вот, все, я вспомнил через 20 лет, но... Надо так. Немножко еще тростника. Заборчик, а заборчик нам, ребята... Вот я опять боюсь, сейчас взорвут это все. Таблички, заборчик. Что же делать? Почему нет тут тростник? А давай мы сделаем по-хитрому, знаешь, как мы сделаем по-хитрому... О, бутылка креозотного масла. Как же сделать по-хитрому, ребята, чтобы... 40 алмазов. 41 даже. Просто, как я понимаю, если что-то взрывается, а у нас тут все сносит. Бендер-бен. О, смотри, я как заборчик поставил. А, жесть. Это, конечно, не эстетично, некрасиво. Это не красиво. Можно что-нибудь зарядить. Так. Не знаю чего. Давайте заборчик еще изо. Так. Так. Что я хотел? А, я хотел. Секундочку. Ну, где солнце? Так, все, я вернулся, просто. Выходи. Так, что, сколько у нас по времени? Давайте там еще минут 10. И я так тому, я думаю, куда же заборчик поставить? Давайте. А зачем он? А, флаг? Да, давайте. Наша территория, конечно. Вот немножко сюда, чтоб его, как говорится, не снесли. Так. И теперь вот так вот. Раз. 2, 3, 4. Папа, смотри, когда я захожу 6. МФСУ, о. У меня мир темнеет. Круто. Смотри. Хоп, потемнел. Ну странно. Так, теперь у нас поиск этого. Поиск шерсти. Поиск ничего. А, кстати, коровки же где-то есть? Ой, коровки уже все, овечки. Овечки сейчас будут, секунду. А, ты овечек же можешь, да? Секунду. А, сделай мне... А, надо же эти, ножницы. Да что, убить нельзя? Жалко, овечек. Да что, погоди. Жалко, а как они это? Шеп один. О, иди сюда. Тут, вот сюда. Ты где ты? Ну вот тут я немножко тебя... А, все, достаточно, давай. Жалко овечки, извините, я бы так это, но... Видите, Хаммер может их... Это опять же из-за випки, он может их... Я тебя могу ударить, если что. Не, надо сейчас мне Хаммер ударит, у меня... Не то, что овечек, моя была... Погоди, давай еще немного, на всякий случай. Подожди, а мне надо, знаешь, сколько? Мне надо 6, 9.
Посмотри назад. А! Господи, ты сейчас пугаешь меня. Все, не надо больше, не надо. А! Извини, хомяк. Не убивай меня только, пожалуйста. А! А! Блин, да ты передо мной встал. Да ладно, вещи не попали. Встал перед лицом. Ну жесть, ну. Все, не махай больше тут ничем. Так, мне нужна одна шея всего. Одна? Одна. Я тебе дам, иди сюда. Давай. Вот тебе. Ё-моё, все, хватит. Все, все, спасибо, хомяк, за зайчик. Еще одну дам. Не-не-не, все, спасибо. Да мне не надо. Ну, для дизайна, да, для дизайна потом понадобится. Для дизайна я согласен. Так, теперь мы смотрим. Да ё-моё, где у нас? Чем оно красится? Лазуритом же, да? Я уже все забыл, ребята, я все забыл. А, красите, я думаю. Я из-за мини-игр все забыл с Хаммером. Все рецепты. Ладно, хоть верстак знаю, как красится. Да, верстак очень трудно красить. А что там пишут? Вот теперь я точно уверен, что это Женя и Дамир. Раньше не уверен был? То, что ты меня убил, и то, что я сжег дотла, что типа ты меня убил, теперь человек понял, что ему действительно Женя и Дамир. Да, то, что Дамир меня убивает, да? А, ну ребята знают. Вот бы тут можно стату было. А я, знаете, что он сделал? Прокомментировал под видео смертонос. Ну хорошо, наконец-то человек понял, что это я. Ну это смешно. Ну как, это прикольно, да, что людям часто доказывают, что это я. Так, подожди, я запутался уже, что я хотел. А почему я уже. Где у меня? 20 миллиардов пул поставил и ничего. Так, мне нужны красные цветочки. Ты не видел? Дамир не любит крафтить. Да, они любят крафтить. Очень. Красные цветочки. Вот они, спасибо. У меня. Все, красные. Красные цветочки. Зачарование один блок должен папа отступать, да? Фу ты. Смотри, что делаю. Я положил 6 цветочек рядом. И такой. Реально. Классно. Папа, однокование точно надо один блок отступать и книжные полки стоять. Еще раз спроси, я не понял. От наковальни надо один. От наковальни? Ой, так фу ты, от зачаровальни. От зачаровальни? Да. Да, один блок отступать надо. Просто что-то у меня уже. Я кучу полок ставлю и все это. Не поднимается уровень? Да, 28 под стабильно стоит, я уже 5 полок поставил и ничего не получил. Ну это опять же, ребята, из-за того, что Хаммер тоже не часто делает. Я, честно говоря, тоже не часто делаю вот это. Ты. А вот здесь кто будет ставить? Вот здесь, вот здесь. А, вот здесь, здесь надо вот, еще? Вот здесь, вот здесь, вот здесь. У меня нету этого много полок. Ой, так ну. Зачем ты их сбиваешь? Ты пусть стояла бы, Да и сейчас я поставлю там. Да вот ты их не соберешь сейчас снова. Да, а в верстаке трудно скрафтить. Да. Да, очень. Нет. И когда я в верстак захожу, тут тоже у меня мир темнеет. А. Вау. Короче, Хаммер пока там занимается, ладно, давайте доделаем флаг все-таки, что-то полезное сделаем. В этой серии. И наконец-то торжественно. Торжественное открытие флага. Погоди, я должен посмотреть, Сейчас смотрю. Сейчас бух, флаг врезался. Давай, я на нем стою. Не, мы просто с Хаммером всегда делаем флажок. Ну, давай его еще. Не знаю, российский флажок делаем. Давай его еще наверху горшочками посадим и туда цветочки. Я тебя посажу горшочками. Ну кто ж на флаг горшочки? Внизу там, пожалуйста, можешь, кстати, сделать вот цветочки, я не знаю, горшочки. А как горшочек крафтить? Горшочек с модом хотел. С медом.
Привет. Привет, вот человек, который не верил, что это мы. Привет. Ой. Человек. Привет. У нас кирпичи есть, у нас кирпичи есть, у нас кирпичи есть. Так, вот, наконец-то мы сделали флаг, и у нас по времени что? У нас по времени почти заканчивается, но я хотел еще 5 минут продлить, да? А, что это за? А что человек имеет? А, он зайти не может. Ну извините, ребята, извините. А мистер Ромик... Кто такой умный забрывать у моря? Чего? Да море тут закрывать. А, море закрывать. Я не могу тут добыть. А, мистер Ромчик... Ой, мистер... Я почему Ромчик всеми хочу назвать? Мистер Ромик, вот привет тебе, если смотришь. Постоянно, ну, смотрит, как люди пытаются к нам зайти. Нет, ну извините, ребята, у нас... К сожалению, печальный опыт есть тогда, когда мы ребятам А вот которые тут. В общем, стоят. Мы поняли все. Где мы... Дамир? А? Где его сейчас сверху? Десант! Десантируемся! Бух! Вот. Воздушное нападение. Так что смертонос, если ты смотришь, если тебя иногда Дамир будет убивать, ну. Модель. Не расстраивайся, он всех убивает. Модель. Ты уже начал его опять убивать, что ли? Я думал, ты уж на съемку не сразу будешь убивать. Ты уж прям сразу начал убивать. В атаку! А, атаку, все, в атаку. У него ничего не было. А, ну и вот... Ну вот смертонос, о чем я говорил. Я только успел сказать, Дамир тебя убил. Ну, не обижайтесь, не обижайтесь. Все ребята, нормально. Это, во-первых, это PvP-сервер, вот. Ну, вот, ну... А вот, во-первых, ну, что-то я слышал. Я вообще никого не обижу. Я такой, я тут вот... я безобидный. Безобидный типа. Человек вообще-то. Чебеку, а Хаммер, он, собственно, тут и согласился только играть из-за того, что можно убивать всех. Вот, собственно, только из-за этого. Поэтому вот извините, ребята. Отсюда... А, я думал... О, точно, а я могу отсюда? Ты модер, ты не убивай. Да? Окей. Не, ну... Но я с ним дрался вообще. Да? Да, я... Он мне поругал, он захотел драться, я с ним. А, ну все тогда, я запутался, я не вмешиваюсь в разборки Хаммера, он тут постоянно кого-то убивает, кого-то не убивает. Давай, его застрелю. Так, в общем, мы построили флаг. Не знаю, что еще сделать полезного. Как бы времени, в принципе, у нас вышло, но... В общем, все это будет красиво, я надеюсь. Что, в общем, довольно много, наверное, все-таки я буду за кадром делать. Именно скучную, неинтересную работу, да? Вот. А потом уже что-то готовое буду показывать. Потом показывать, когда дизайн буду улучшать. Еще что-то такое. Я думаю, так. Посмотрим. Давайте посмотрим, что тут еще у нас. Да, нам заборчики. Белый шейх с классовым блочком. Склон плотника, кстати, это прикольная вещь. Это можно... Почему все дарят, кроме тростника? Вот ты сейчас сказал, тебе ребята, когда потом, когда эту серию посмотрят, а это будет, я точно не знаю, весь когда. Все сундуки тростника. У тебя все в тростнике просто будет, он просто будет вываливаться. Нужен тростник. Ты только в Майнкрафт зашел через этот лаунчер, у тебя тростник из монитора вываливаться. О, Меган Про пришел. Пришла. Пришла, точно. Пришел. Подключивать. Так что вот, ребята, ну, собственно, вот, да, силовая установка работает, это зачаровательно, да, тут надо, по-моему, до сюда сделать. Ну, делай. У меня тростника нет. А, тростника, в общем, подожди, когда выйдет серия, тебя завалят тростником, ребята. А это вообще, ты вот сюда, ты правильно делаешь, ты, ну, высаживай еще тростник, высаживай, он же будет пока расти. Я пока до сюда дойду, когда сносить буду. Ты можешь еще одну, эту, как ее назвать, вот здесь продолжить. Да пока хватает. Да? Да. Ну, не знаю. Притом мне лень пока. Ну вот, в том-то дело, ему лень делать тростник. Ну и все, тогда не обижайся, что у тебя... О, скелет. О, я боюсь скелета, он меня убил. Бабочка. Я таких уже убивал. Но все-таки мне интересно, что это за очки и что они прикольно дают. Но я думаю, ребята все уже написали, я когда они посмотрят. А?
Смертонос пишет: я понимаю, что ты крутио в кванте, крутио. Как они пишут? Крутио, крутио. Ты крутио. Крафтит не любит, подписчиков убивает. Ну, я, ребята, говорю, не это. В общем, я не могу сейчас смертоносу передать, чтобы он не обижался. Хотя я могу написать, чтобы он не обижался. Но, в принципе, раз это мальчик... Яблочки. Мальчик, дяденька, дедушка, не знаю, как еще. Он, в общем, девочке я сразу написал мир, чтобы она не обижалась. А мальчики, что, они не обижаются? Смотри, сколько стрел! Смотри, смотри в мой инвентарь. Да, и который будет выпущен в вас, ребята, да. Думаю, хватит, мистер Ромчик, спасибо. Для Дамира самый лучший подарок — это стрелы, чтобы он в вас же потом это все стрелял. Но... Дамир, не молчи. Ребята, мы иногда не видим чат, поэтому не обижайтесь на нас. Мы... Что это? Что за звуки? Что за звуки? А-а-а! Что за звуки? Плохие звуки, не надо. Какие звуки? Фух, не-не-не, там 300 где-то стрел, да, мало. Ну все, будем эту серию пока что закончим, ребята, я сейчас не знаю, будем ли мы еще дальше, ну, в смысле, вот прямо сейчас мы просто несколько серий залпом снимаем, а мне еще ребята просили Sims снимать, а у нас, ребята, сейчас... У нас сейчас, вот то, что смотрите, я не знаю, когда вы будете смотреть, но у нас сейчас понедельник, 11 вечера, по-тюменскому у нас. А мы живем в Тюмени. И мне еще снимать, я хочу снять на неделю Sims, ребята просили, я не знаю. Ты не снимешь. Пока Хаммер здесь у меня, да, и Хаммер же не всегда у меня бывает, к сожалению, кто ребята знают, поэтому нам... Ты не снимешь. Иногда сложно. Ты на седьмой серии. Иногда сложно нам спланировать съемки, поэтому, ну, кто знает, ребята, кто знает. Кто не знает, посмотрите подкасты. Он адский нарост ест. Подкасты. Он адский нарост ест. Адский нарост ест. Что? Может, он что-то дает. О, дай мне поесть. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Они ничего не дают. А к чему это все говорило? Что? А, да, я не знаю, сейчас мы будем снимать, дальше продолжать или... Просто завтра... Дамира у меня не будет. И он только в среду, в принципе, да. Потому что мне Sims еще надо снимать. А Sims лучше, чтобы он рядом сидел и что не говорил. Сбрасывать отрицательные эффекты. А, это ты спросил, что ли? Не, да. А, зачем? А, например, тошнота там. Все такое. Он есть. Он еще синим земляной нарост. Переборщил 300 где-то. Ага, тебе про это. Вкусно. Про стрелы сказали, да? Переборщил. А может, Меган хочет этот скрин сделать? Давай скрин сделаем, может, она хочет. Давай на фоне флага вот здесь вот. Вот так вот. Давай. Я в полной безопасности, даже Дамир не убьет. Давай, Меган, хочешь скрин с нами? Она побежала. Стой! Стой! Она? Остановись! Она сейчас вернется, она прочитает. Она такая почитала и побежала обратно. Сейчас обратно побежит. Это на фоне флага давай. О, смотри! Да иди сюда, сними квант, иди сюда. Я это сниму, шлем. Это в скафандре душно. Душно-то, да. Да, сюда. А ты сбоку, вот ты вот сюда, Да вот я встал нормально. Да сюда встань, чего? Да ты не ровно, сюда. Да подожди. Да ты совсем не ровно. Да подожди, у меня кнопка запала, не та. Стой. Так. Да. Подожди, вот я здесь все стою. Меган между нами, отойди. Между. Ну ладно, вот. Па-па-па-пам, па-па-па-пам. Все?
Пи-пи-пи-пи. Одни штаны, очень быстрые. Ок. Все, наверное, мы сделали. А, спасибо. Ну все, значит, она заскринила. Хорошо, что когда скорость такая, по ножу не тратится, это хорошо. Хамик в одних этих штанах бегает. Смешной такой. Ё-моё, какие быстрые штаны. Ой, чё я нажал? Чё я нажал? А? Ой, а? Все, на фоне флага сфотографируюсь. Так. А сколько времени-то? Чё-то я это самое... А, время-то уже переборщилось. Мы тут фотосессию устроили. Вот. Так что, ну, для вас-то все равно, будем ли мы сейчас сегодня именно дальше снимать, или мы на следующий... Разница или мы через нет. день снимем, потому что завтра Хаммера у меня не будет. Просто я уже, ребята, именно устал сегодня. Везде сегодня бегал. Тебе Sims еще вроде снимать, да? Да, я хотел еще Sims снять, потому что... Да почему? И потому что если когда много снимаете, мы вот раньше с камерой... у нас бывало, что... Ну, у нас часто бывает, что мы в субботу-воскресенье снимаем, и именно 7 серий чего-то и 7 серий чего-то на неделю, да? То есть, получается, 14 серий снимаем по 20 минут, ну, там, с перерывами, там, не знаю, может, минут там, иногда по 5. Ну, перерыв там... То есть, это, получается, ну, часа 4 с чем-то снимаем, или 5 часов, мало. И на последнюю серию уже голос садится просто, и сам, конечно, устаешь. Вот так вот. Андрей с Денисом, кто с канала «Лазурный гном», говорит, ну вы, говорит, вообще. Вот, потому что Андрей с Денисом, они, так скажем, столько много... Ну, они просто каждый день снимают, по-моему, не знаю, в общем. Ну хорошо, все, я заговорился, и будем прощаться. Всем спасибо, кто смотрел, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комментарии, особенно мне по очкам интересно, что это за очки такие. И тростник. Тростник, ребят, ты придешь, у тебя тут вот все в тростнике ты будет. Уверен? Да я тебе говорю. Ну, по крайней мере, сколько-то тростника будет, я тебе точно говорю. 16 будет хотя бы. Ну, если ребята дарят, я не знаю, там, алмазы, у них это самое. Квантовую броню. Да. А, кстати, покупать же где-то можно. Может, тростник покупать можно? Нет, только с... Нет, я имею в виду не в магазине за деньги, а именно в магазине таком, этом, игровом здесь вот. Нет, тут здесь такого. А ты... У Дениса на РПГ тоже випка? У Дениса на РПГ, у него админка, это хозяин сервера, какая у него випка? У него вообще везде випка. Ой, и админка, фу-то. Ну, опка называется, но он ее не использует, ребят. Я не выдаю секрет, потому что Денис... Потому что Денис сам говорил, что в видео на РПГ, по-моему, что там опка у него, ну... Если там, например, кого-нибудь замутить или забанить, то... Ну да. Я думаю, не рассказал какой-то секрет. Денис из... Нет, по-моему, Денис говорил это самое, что у них... Ты это смотри, нет. Випка. О, смотри! Не, не випка, а именно у него не випка. То есть он... Он играет как обычный игрок, то есть у него даже випки нет, то есть он его, если убить Дениса, да, то есть у него выпадет. У него вещи выпадут. И он летать не может. Вот. Я могу. Но у него опка есть, это что значит опка, кто не знает, то это значит, он может, если нужно, перейти, значит, как админ, да, что-то какие-то делать. Действительно, может забанить кого-то там и так далее. Просто... Ой, я думаю, на компьютер Мару. Но вы сами на видео видите, что он не пользуется ничем. Он, да и... Смотри, а? Я в скафандре. Тун-ду-дун. Ну, ша. Да. Маска. Потому что, понимаете, я к чему говорю, что вы сами поиграете с админкой, да? Ну, из креатива подоставайте все, поиграйте, и вот... Вам это разнравится, ну не знаю, через несколько минут, наверное. Вот я серьезно, если кто думает, что там Денис там что-то с креатива достает, или я там и так далее, вы поиграйте в Майнкрафт с креативом,
создайте карту, поиграйте один с креативом. Вы, я не знаю, минут через 15-20 вам не интересно станет. А в чем смысл-то тогда? Я не понимаю вообще. У вас все есть, заходишь, нажимаешь на кнопку. На кнопку нажал, все есть, и все. Ну, вышел из Майнкрафта, все, все, поиграл. То есть, как бы, поэтому... А непосредственно, ну, вот я говорил, мне випка нужна, чтобы ваши домики показывать, не, ну, не более, не менее. Ой, это у нас что-то на улице жужжит. Да, а Денису, чтобы тоже нас... У Дениса, видите, у Дениса даже у него хуже, чем у нас. В каком смысле? Что у него, вы на его территории можете заходить. А там плохо вот. Это отключено все равно. Не, ну, каким-то образом, ну, не мешайте, конечно, Денису, но просто, если кто-то мешает, если кто-то еще что-то, чтобы... Ну, может забанить. Да, чтобы Денис имел возможность... Кого-то забанить, кого-то, не знаю, на спавн отправить, чтобы ему... А сюда что можно засунуть солнечную панель? А ничего там так. А. Чтобы ему была возможность... То есть я долго рассказываю про Дениса. Чтобы ему была возможность... Уже это, про это. Да, чтобы была бы возможность, в общем, ему как-то разобраться с какими-то нарушителями, не отвлекая вот ребят, админов и модераторов. А мы отвлекаем ребят, админов и модераторов. И Инну там... Постоянно терроризирую. Инна, тут нас сломали трубу нам. Инна, спаси нас. И сами вы видели, если на видео или не видели, я не помню. Мы не можем эту трубу сделать. И мы, спасите. А это вроде бы в той серой, которая удалилась. Может, это удалилось, да, серой. Дамир, а ты меня больше не убьешь? Ну да, ребята, ну не знаю, Дамир, тут я не хочу в это влазить. Он... Да, да, а может и нет. Да, ну давайте будем заканчивать. Ребята, в общем, не обижайтесь на Дамира, на Хаммера. Он просто пивипишет. Пивопишет. В общем, ну, опять же говорю, что он часто на мини-играх играет. Вы можете посмотреть эти видео. В общем, все. Я уже наговорился. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот опять Меган прибежала. Пишите комментарии. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока.